добрались до убежища, поближе к миссии. По пути сменил немножко одежку. Переодел, короче, его. Как чекист теперь. Да у него вся одежда такая странная какая-то. Не надо. Наган тебе еще нужен. Нужен. И, кстати, вот тут тоже перехваченный звуковой файл. Предлагаю тоже послушать. Погоди, это интересно, это был голос Дэмиана или похож просто был. Же, ну, озвучивал тот же человек? Интересно. Просто здесь частенько так пересекаются. Точно не могу сказать тоже, да. Вот и я тоже. Ну-ка. Ух ты. Женился в институте. Делает наркотики. Негодяй. Ого. Далеко. Слышь? Что? Слышь. Как бы так взломать-то? Я думал по-быстрому просто взломать и пойти дальше. Это я что ли такой шумный? О. Оп-оп. Угу. Боксер-любитель. Оп. Наверху ничего не нужно ломать? Нет, не нужно. А, нет, стоп, нужно. Так, где-то камера была, вот она. О, чё? Угу. Теперь, по идее, совсем все. Интересно. И? Папу в платье, папу в платье, папу в платье! Пап, будешь самой красивой принцессой на свете! Вот же, блин. Ладно, малышка. Конечно, но ты уверена, что мама порадуется тому, что вернется и увидит папу в платье принцессы? Конечно, я тебя всего наряжу. Мама такая придет и скажет: ой, какой красивый папа, самый красивый папа во всем мире. Ага, так и скажет. Значит, первым делом мы тебя сейчас причешем. Вот так, вот так. Ага. Так, а вот этот локон пойдет сюда. Так, так, так. А теперь мы тебя накрасим. Вот это вот у нас сюда и сюда, а это сюда и сюда. Пап, ну ты чего? Принцессы так не делают. Прости, милая, я исправлюсь, честно. Все? Ну да. Видимо, все. Все локоны, наверное, перетрепал. Вот там причесывали, так красили. Ага. Хорошо. И еще тут есть расследование поблизости. Тоже давай его сделаем. Давай. Обычно тоже это недолго все. Так. Вообще надо было, наверное, на машине. Так, это где у нас? Вот сюда. Не пойму. Обычно это какой-то гараж или что-то такое. Кстати, значок серый. Значит, не на этом уровне. Да. Либо наверху, на либо крыше где-то, что ли.
А как туда? Не знаю. Как туда? Здесь могу залезть, наверное. Хотя нет, не могу. Нет, не можешь. С той стороны, может, что-то есть. Нет? Не понял. А? Не, ну это точно совершенно не для этого. Здесь что-то спрятано. О! Вон оно. А, это этот. Собирать точки, взломывать. Ну ладно. Времени нет. Ага. О, слушай, это как раз первое. А вот почему до этой не дотягиваюсь, непонятно. Так. Вторая. Угу. Оп. Есть. Теперь на ту сторону. Ах, все, тупик. Нет, не тупик. Как это слишком далеко? Не достает, да? А, черт. А мне туда как раз надо, где слишком далеко. А, не... Чёрт. У тебя ещё 2 минуты почти. Ох. Боссы вешают всем лапшу на уши по поводу глобального потенциала сети ОС. По крайней мере, в богатых странах. Прям светятся, когда вещают. Вспоминают тех, кто изменил мир. Эдисона, Александра Белла. Хочется поверить. Но вдруг понимаешь, что они могут сделать. Как сказал Рэй, представим, что все города Европы, Азии, Африки вдруг стали одной большой и дружной деревней. Система наблюдения, база данных на кого угодно, все общее. Щепотка алгоритмов прогнозирования, обратная связь, воздействие на подсознание. Блин. Я создал систему, могу ее убить. Она замороченная, пока не добрут. У меня есть время. Хорошо. Теперь едем сюда уже наконец-то. По заданию? Угу. Ну да. Оп. Кать! Чуть не подрезал. Да. Ага. Ну. А что это за значок? Где? Вот синий слева от тебя. В смысле? Ну вот на карте. На карте? Контракт устранитель. Ну это гон... Понятно. Ой, не гоночки, а там, короче, что-то сделать. С битбагом я рискую, но других вариантов особо нет. Мелкая сошка, но есть что терять. Боится своей тени. Тщеславен, но ленив. Ладно, начнем с мобилы. Поставлю прослушку. Запишу его разговоры. Хорошо. Что мне надо сделать? А, в дом пробраться. Владелец Тайрон Хейс.
просто так взломать. Подозрительные данные на мобильнике. А что это там такое? Потом тепло. 30 градусов. Это как в анекдоте. Батарея, батарея, батарея. Ладно, взламываю. Ого. Каждый раз. Ого. Мне бы как-то вниз, да? Ну вот так. Да. Тут сюда и... Все? Что ли? Сломали? А, ну почти. То есть вот так теперь. Ага. Ты сказал, что отвезешь меня. И что у тебя за важные дела внезапно? Дела, бабуль, работа. О, работа наша. А что не сказать? Тебе не понять, ба. Так. Срач такой. Ясно, опять твои темные делишки, Бигбак. Хватит, бабуль. Что за слово дурацкое? Слово как слово. С кличкой круче. Чем же? Ну там, Бедбак, потелочка, мастак. Какая гадость! Я не так тебя воспитывала. Да, иду. Мне пора, бабушка. Люблю. Да, я тебя тоже. Хоть ты дурак набитый. Бабку мужик прикольно озвучил. Посмотрим, так. Что на тебя можно накопать. Ты даже ничего не заметишь. Преследовать. Я почему сразу подумала про этого, про наших бабаёжика, Миллер, который озвучил. Ты как? Погнали! Что это с раком? Хочешь управлять деревней? Стань своим. Скажи, что снаружи сплошь долбанные психи, они хотят забрать все. Глаза и уши тут везде. Ты знаешь, что покупают и продают. Значит, рулишь. А если кто обнаглел, приведут к тебе. Ну что, замолвишь за меня словечко? Ну, не знаю. С чего бы? Я тоже хочу рулить, чувак. Ну же, я тебя отвезу, куда только скажешь. Я ж всегда вовремя, Пи. Я тебя ни разу не подводил, чувак. Да, да. Вот потому поторчи пока там. Но если по чесноку хочешь подняться, я, конечно, ничего не говорил. Но Ирак сейчас занимается Паркер-сквер. Я перетру. Может, возьмет тебя? Блин, Пи, потише, ну! Решил объехать. Вот, блин, разборки будут. Походу, Ирак тут все перекрывает. Ну да, просто не совсем понятно. Территория а красная. Все делки? Нет, солдаты, чел. Помнишь, Флай с парнями исчезли? Ну-ка, отставить панику. Залупались. Гады. Ирак их сам расход пустил. Я знаю, помогал закапывать трупы. Слышь, тише давай, пацан. Твой братец чуть что начинает параноить. Буду говорить, что хочу. Что, у тебя тоже паранойя? Только когда ты рядом маячишь. Такой незаметно взял, вот. Стол уронил. Тихо. Как раз то, что мне и было нужно. Если Ирак это услышит, Бедбага закопают заживо. Хорошо. Эх, Эйден, Эйден. Нажужжали себе. Долго нам еще? Я мастер незаметной слежки, ага. Ассасин. Ассасин. Спасибо. Береги себя. Не вопрос, Би. Ага, ага.
преследовать. А я думала, ты пошел забор ронять. Не-не-не. Ничего подобного. Отставить панику. Опс. Ага. Сможешь его вырубить? Не уверен, там же еще. Отвернись. Нам через забор надо перескочить. Черт. Как он встал? Все, тихо. Он даже не в банде. Завалили у родного дома. Кого завалили? Карты достал? Да, Би. И пин-коды? Все внутри. Что с долей Ирака? Забей на Ирака, обо мне думай. Надеюсь, меня там не засекут. Надейся. О, секи! Большой Би идет! Йоу, че как, Ви? Можно мне к Литл Джусу? Да-да, конечно. Одному? Ну можно, мам. Вот дебил. Закупаешься? Да. Все готово. Как думаешь, они догадываются? Не, и походу Ирак у клуба не в почете. Ха, клуб теперь мои клиенты. Когда буду рулить, Упс. Про тебя не забуду. О, его можно сейчас это рубануть. О. Ну, чтобы он сейчас не пошел сюда. Да уж. Вот, вот сейчас надо бежать и этого права вырубать, я думаю. Там справа же еще стоят. Да? Я вообще в полной же. Идет. А, это засада. Че, девушка? Вот его. А, отвернись. А! Долго ты еще бродить будешь? Ролик. Че как? Для чё тебя как? Есть новости. Важные. Ну так. Скажи. Не сейчас, бро. Забьемся. Бабло есть? А то. Зачем? Ну так, инфа дорогая. Но стоит того, блин. Еще посмотрим. Дальше следовать. Тут, походу, надо было камерами проникать вообще за ним. Угу. А я полез что-то. Какого черта? Ничего, играем. Да, я видел. Вы должны были следить тут за всеми, и вот что надо было делать. Может мне позвонить Ираку и сказать, какой херней вы тут заняты? Да нет тут никого, Би. Все подтвердят, тут все тихо. Хорошо. Строжится так уходит. Угу. Хорошо. О, дальше следите с помощью камер, смотри задание конкретно. Угу. Главное, чтобы тебя не нашли. Ай. Ну? Чё там? Короче, за 5 сотен скажу. Это чё ж за инфа таких бабок стоит? Та, которая типа может спасти тебе жизнь, чел. Ты мне чё, угрожаешь? Ты чё, края потерял? Думаешь, Ирак ничего не узнает, охренел? Чел. Ирак? Реально? В Ираке все дело, мать твою. Ладно, ладно, ладно. Расскажи, что знаешь. Выкладывай. Все просто. Скоро тебя вызовут на завод, а там завалят нахрен. Эй, чё за херня? Эй, 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 эй! Ты чё творишь, чел? Ну же, я могил. Какого хера? Кролик тащит у Ирака. Увидишь, гада? Вали его. Погнал, Ви. Всем пиз. Чел-то не так прост. Угу. Звоните кролику. Как я могу ему позвонить? А.
Тот, кто спас твою шкуру. Договоримся, вытащи тебя отсюда. Какой завод? Так, выведешь, тогда все и скажу. Ладно, слушай меня. Ох, выводить. Увижу бага, урою нахрен. Но их, наверное, можно убивать. Как я их буду убивать-то? Мне его надо камерами вывести, наверное. Нет? А как ты его камеру вывезешь? Я могу его наверх, да, послать. А, куда идти, понятно. Какого черта? Помолчи. Угу. Сейчас сориентируемся. Как ты жить охота? Тут не доходит этот. Сюда тоже, по идее, не доходит. Хотя здесь есть рандомность в этом. А, ну вот, пошел поближе. Ну зачем? Его бы, конечно, наоборот, отсюда подальше как-то. Сюда, может быть, в контейнер засунуть. Ну, давай. Ладно. Вперед. Ты куда по... забором. Не умеешь прыгать? Что я тут делаю? Вперед. Понял? Ах. Да, это будет тяжело. Так, быстрее. Да. Иду. Давай. Ну зачем? Упс. Он может его вырубить? Не. А сзади? Я даже не вижу, что там сзади происходит. Ладно, так. Понял. Давай. Что я тут делаю? Окей, иди. Лады. Иди прямо. Понял. А куда ж ты? Бак. Он такой дурак. Увижу бака, урою нахрен. Сюда. Здесь уже сложно будет. Тот ходит. Как ты жить охота? В принципе, если сейчас тот отвернется, наверное, я его сюда пинаю. Ну, давай. Ладно. Какого черта? Вперед. Понял. Так. Опа. Так. Ну, давай. Какого вперед. Черта? Отвлечь могу? Нет? Плохо. Вернись, гад. Взорвать бы там что-то. Ну зачем? Давай. Да. Черт! Ролик, стой! Черт! Тащи его на завод, мои ребята разберутся. Вали с нашего района! Ничего с того, что вы друзья, это проверка. Да и бабла поднимешь нехило. Так. Блин. Ирак решил убрать бедбага. Теперь переться туда и все разруливать. Так задумано, что ли, было, получается? Я не знаю. Потому что, ну, там ситуация была такая патовая уже. Ну, хотя можно было бы, мне кажется, попробовать. Ладно, уходим. Это было прикольно. А я думала, при провале заново начнешь. Так, я так понимаю, это был запланированный провал, получается. То есть раньше или позже он бы все равно был? Рядовые для Ирака ничего Безьма. Не значат. Но в бандах слабость не прощают. Я видел такое не раз. Не рассчитал силы, отправился в расход. Но если все прокатит, бедбаг будет в фаворе. Ирак ценит тех, кто выслуживается. Станет доверять. Опыту отсыпали. Немножко. Твой ненаглядный Морис мне всю плешь проел. Типа ты все не так понял, его подставили, все дела, вот это хны-хны-хны. Ты не против, если я ему в колено выстрелю, а? Нет, против.
Какой ты скучный. Попроси меня еще о помощи. Вообще-то... Тебе нужна помощь. Нужно устроить засаду. Без взрывчатки не обойтись. Справишься? Есть сомнения, а вот захочу ли я, это вопрос. Хотя... А знаешь, мне нравится. Да, круто. Захвачу своих друзей, встретимся тут. Ой, какой же он... Конечно, прикольный. Своеобразный такой типок. Ой. А, все, я думал, сел.